Город ветров, огня, солнца и красивых женщин. Баку. Баку я всегда стремлюсь сюда. Здесь очень много концертов прошло. У меня юбилейных, и просто гастрольных. И я всегда стремился сюда, как будто бы вот нехорошее это. Вот я чувствую себя как дома. Но я себя чувствовал здесь, в кругу самых-самых близких и родных людей.